Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру On Level 3. Мы открыли много уровней сегодня, и сегодня мы пойдем дальше. 157 уровень, называется дублер. Ага. Так, смотрите, ребята. Нам нужно открыть. Открываем. Идем. А, нет, подожди, не успели. Ладно, сейчас сделаем так вот. Опа! Хорошо, получилось. Теперь сюда забираем и уходим. Так, вместе с дублером, интересно. А, нет. Тут, в принципе, без разницы, кто ушел. А 158 уровень, где же он? Где же он? А, где же ключик, ребята? Ну, сейчас будем искать. Где же он? Ну, мне кажется, он на том же месте, где и раньше стоял. А, нет. Нету. Интересно. А, где же он? Где же он? Где же наш ключ, да? Интересно, сейчас пойдем, может быть, в этой стороне? Нет, нету здесь. А, ну, давайте искать. А, вроде бы ничего мы не находим, ничего не нажимается. Да, ребята, здесь нету ключа. Давайте здесь посмотрим. А, нифига себе, он там был у нас, оказывается. Хорошо. Охо-хо-хо-хо. А, стоять, не двигаться называется, прикинь. Ладно. Короче, когда эта штука подлетает, нам нужно стоять, не двигаться. Иначе у нас щелкнет, я так думаю. Давай проверим. Да. Когда луч света на нас светит, нам нужно стоять и не двигаться. Иначе мы умрем, ребятушки. Это уже было мной проверено. Так, стоим. Все хорошо. Стоим. Стоим. Не двигаемся. Видишь, какой гаденыш там бегает, а? Так, все, ключик мы забрали. И дверь-то у нас открылась. Так, ладно. Ах ты, пчела такая, а? Нехорошая. Все. Убежали мы. А, 160-я. Тяжелая артиллерия, ребятушки. Ну, а здесь, в принципе, я думаю, несложно. Главное не попасться нам под ядро, вот это, под пулю. Вот эту большую. Ух ты, ё-моё, подожди. Стоим. Все, бежим. Я так и думал, что он меня стрельнет. Да почему же я побежал тогда? Ладно, ничего страшного. Здесь надо аккуратненько быть. Аккуратно, так значит аккуратно. Вот здесь самое сложное, ребятушки. Опа! Ой-о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 й. Это все так сделано специально. А нет, смотри, мы успели. Успели, ребята. Теперь здесь надо аккуратненько. Опля! И все, убегаем с этого уровня. Тяжелая артиллерия, да. А, все заново, ребята. Опять у нас эти штуки. Надо проверить, с какой мы... Куда попадаем? Все понятно. А ну-ка. Тихо. Нам нужно туда добраться. Опа, опа, опа. Так, и здесь надо аккуратненько. Вот так вот. Опа, открываем. Все, и сейчас пойдем ключик забирать. Главное нам не попасться под вот эту вот штуку. Ух ты, видишь, что творится? А-а-а. Каждое попадание в вот эту ускоритель, мы, получается, вот этот, не знаю, что такое, портал, да, мы, получается, сверху. А, в смысле, я умер-то, алло? Смотри. Нет, я не понял, что. Ладно, все заново проходим, ё-моё. Нам главное, нам главное открыть шлюз. Тихо, тихо, тихо. А, ё-моё, ну чё ты мне мешаешь, а? Вонючка. Вот это очень медленно. Она ещё у неё такой ход. Вонючий. А, ё-моё. Ещё и умер. Как же я тебя проходил-то первый раз, алё? Так, ладно. Ждём. Да ты чё такая быстрая?
Так, все, есть. Получилось практически, ребята. Все, потому что я спешу. Не надо спешить. Не надо, ребята, спешить. Дай как так, а? Ладно. Поэтому и называется все заново. Все заново. Уровень сложный. Уровень чертовски сложен. Хотя, в принципе, подожди. Но он не особо и сложен, если все аккуратненько делать. Так, все, нормально. Я думаю, мы справимся. А-а-а, зачем я прыгнул, ребята? Расскажите, зачем я прыгнул? Тихо. Так, здесь мы будем ждать вот эту штучку. Все, прыгаем наверх. Так, главное не спешить. А забрать нам нужно ключик. Сейчас мы ключик заберем. И все будет хорошо. Есть. Наконец-то я отсюда убегу. Так, вот это вот. Сейчас мы перепрыгиваем ее. И убегаем отсюда с этого уровня. Ой. Сложный был уровень. Так, а этот еще сложнее, смотри. Этот, ну, в принципе, как бы, если ты помнишь, чего кого, то, в принципе, может быть и несложный. Тихо. Тут главное знать, куда чего прыгать. Так, все нормально. Так, бежим, 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 открываем замочек. Все нормально. Все хорошо. Да, этот уровень не так сложен. А этот уровень разобрался с управлением? Не. Что-то понять не могу, как. А-а-а! Ё-моё. Теперь разобрался. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А, вот так вот вверх. Так, а, все понятно, все понятно. Все понятно, все понятно. Все понятно, что ничего не понятно. Ну, примерно понятно. Примерно. Нажимаешь вверх, и ты меняешь управление. Угу. Разобрались. Немножко. Так, теперь сюда идем. Забираем здесь ключик. Ох, я думал, так долго будет он. Нет, все нормально, прошли, ушли. Ух ты, это у нас что такое, значит, за место такое интересное. Ага, а что умер-то? Так, ладно. Так, ё-моё. Да ты чё? Ты чё умер-то? О! Ага, и там он умер тоже, да ё-моё. Ладно, сейчас посмотрим. Так, сюда вниз. Так, ну там тоже будут шипы. И тут шипы. А, нет, тут здесь, понятно, сюда. Все, и на выход бежим. Ой, непонятно было, конечно. Включи все. Так, нам нужно их все включить. Ага. Давай еще раз попробуем. Так, а ты че? Слушай. А ты включи сейчас тут. Так, это мы включили. Что с этим делать-то? А, ну все, этим мы подключали, ребятушки. Тебе надо аккуратненько на этот не нажать. Так, этот включили. Да ты чего? Теперь этот выключился. Так, а ну-ка. Ага. Так, и... Так, этот мы включили с вами. А этот какой отключает? Да ёлки-палки. О, все. Хорошо. Даже и ключ не потребовался. А, лазерное шоу, ребята. Лазерное шоу. Опа. Фу, хорошо успели. Все,
Все нормально, главное не спешить. Не спешить. Так, поворачиваем лазер назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он очень длинный лазер, поэтому может все уничтожить. Все, убежали. А хищный шмель. А, он за мной бежит, что ли? Ёлки-палки, давайте убегаем. Так, а как он песни поет? Ты долго там будешь песни петь? Не знаю, почему он... Почему он останавливается, песни поет? Для прикола. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, умер. Понял, когда я бегу в одну сторону, он поет. Потом, когда он заканчивает петь, я бегу в другую... Не знаю, что-то. Непонятно. Ладно, пусть поет. Так, давай. А, он за мной бежит. Так, давайте подождем, когда он закончит петь. А он, ребята, закончит. Шмель этот вонючий. Нифига он не закончил. Странный какой-то шмель. Ага. Так, все. Он теперь поменял, куда бежать, смотри, а. Да как так-то, а? Ладно, сейчас подождем, пока он закончит песни петь. Либо у него там какой-то скрипт. Тогда... Побежал все-таки за мной, гад, а? Все, не догонишь, не догонишь. Так, а у нас, смотрите, ребятушки, босс новый. Что он будет делать? Стреляет ядрами. Хорошо. Вот, ракетку выстрелил. Так, хорошо, кнопочку нажимаем, получает удар. Стреляй сюда. Так, ракетка. Так, сейчас будет ракеткой стрелять. Да, замечательно. Все? Настрелялся, чувачок. Все, умер. И вот такой вот у нас был интересный босс, ребятушки. Ну, а на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. А 169-й Мозаика мы с вами будем играть в следующем ролике. Всем пока-пока.